Я, пожалуй, за Хабиба в этом поединке. Он настоящий зверь. Я бы поставил на Гейджи. Конечно, это будет тяжелый бой для обоих. И я думаю, Гейджи — это один из тех парней, который имеет необходимые навыки, чтобы побить Хабиба. Не только навыки, а мужество и бесстрашие, которые нужны для победы над Хабибом. Очень важно все время идти вперед, прессинговать, ни в коем случае не отступать. У Джастина сильная борьба, он настойчивый и мощный. Так что это будет очень сложный и намного более конкурентный бой, чем многие люди думают. Большинство болельщиков считает, что Хабиб переедет Гейджи, но я полагаю, что это будет близкий бой. Когда я услышала, что Хабиб и Гейджи собираются драться, я была очень взволнована, потому что этот бой очень интересный. Я считаю, что Джастин – это один из лучших борцов в дивизионе, и я не думаю, что Хабиб дрался с кем-то подобным. Джастин всегда дрался с теми парнями и просто старался их уничтожить. Он также может наносить жесткие лоу-кики. Он просто выбивает все дерьмо из своих соперников. Мой голос за него. Я тренировалась с ним, видела, как он работает, я видела, как он борется, я видела, как он двигается. Он один из лучших борцов, когда-либо выступавших в дивизионе. Последним боем выглядел как никогда лучше, и мы поняли, что этот боец может еще прибавлять. Я думаю, выиграет Хабиб, болевым или удушающим. О, это очень сложно, потому что это тот бой, в котором не хочется видеть проигравших. Я думаю, Гейджи сможет всех удивить в борьбе. Его борцовское прошлое только это подтверждает, но он никогда не показывал это. Так что я почти уверен, что Хабиб попробует сделать то, что он обычно делает. Будет пытаться затащить его в партер. Будет работать с ним на земле и стоп-позиции. Это неудивительно, потому что Гейджи очень опасен в стойке. И я думаю, чем дальше зайдет бой, тем больше шансов у Хабиба. Но если он закончится в первых раундах, то больше шансов у Гейджи. Еще один классный поединок. Буду болеть за Джастина Гейджи. Я встретил его во время своего дебюта. Встретился с ним и разговаривал с ним довольно долго. Очень приятный парень. Он и его тренер Тревор Уитман. Тревор классный тренер, я фанат стиля Гейджи. Вы все знаете, как он сильно бьет и роняет своих соперников. Он может бороться, но он предпочитает не делать этого. Очевидно, что если он не сможет избежать тейкдаунов, ему удастся подняться. Мужик, Хабиб всегда валит своих соперников, и мы не видели кого-то, кто мог избежать тейкдаунов. Поэтому будет интересно, но я все-таки буду надеяться, что Джастин победит, сможет останавливать тейкдауны и навязать Хабибу бой в стойке. Как я и сказал, его тренер Тревор Уитман придумает ему отличный план на бой. Сложно ставить против Хабиба. Он сейчас лучший боец планеты. Все знают, что он намерен делать, но никто не нашел способ нарушить его план. Он показывает невероятно настойчивое давление. Начинает бой он слегка в оборонительной манере. Много двигается. Думаю, что именно в этот момент Джастину и стоит использовать. С самого начала показать свою опасность в стойке. Потому что в самом начале Хабиб не давит, он двигается. Но как только он ловит ход боя, давление уже не остановить. Он как пиявка намертво приклеится к вам и не отпускает. С ним очень тяжело справиться. Ему нужно найти способ оставаться в центре октагона, чтобы навязать безрассудные размены. Как бой в телефонной будке, это его лучший шанс на победу. А Хабибу нужно отталкивать Гейджи к сетке, давить и борьбой валить в партер. Гейджи наносит очень тяжелые удары. Вам требуется либо быть слишком далеко от него, либо слишком близко к нему. Нельзя оказываться на промежуточной дистанции, где происходит размен, потому что именно там он очень опасен. Так что бой опасен для обоих. Если бы мне приходилось ставить деньги на кого-то, то безусловно против Хабиба ставить нельзя. Его резюме говорит само за себя. Мне интересен их поединок, будет на что посмотреть. Они оба отличные бойцы и успешны в том, что умеют делать. Похоже на противостояние ударника с борцом. Посмотрим, что получится. Думаю, что Хабиб удивит некоторых. Гейджи тоже удивит. На кого бы поставил, даже не знаю. Ставить против Хабиба это непросто, но Джастин сейчас в ударе. Я склоняюсь в пользу Хабиба, но Джастина тяжело убрать с дороги. Бой с Хабибом был для меня сложнее боя с Гейджи, потому что мне приходилось беспокоиться о его борьбе. А в бою с Джастином мы просто стояли и бились на руках. Бой очень непростой. Гейджи тоже непростой соперник для Хабиба. Но я думаю, что если Хабиб выдержит ударный прессинг Гейджи первые полтора раунда, то дальше он навяжет свое и переломит ход боя. Главное быть внимательным в первых двух раундах, пока Гейджи свежий. Я думаю, что Хабиб, как всегда, будет прессинговать, сокращать дистанцию, чтобы не дать Гейджи пробивать свои удары, лоу-кики ногами. Нужно давить на него всегда, чтобы не было работы с дистанцией.